Первые проекты по созданию метро в Москве, то есть городской транспортной сети, которая бы не мешала уличному движению, относятся еще к позапрошлому веку. Это вторая по интенсивности использования системы метро в мире после Токио. В данный момент метро в Москве состоит из 12 линий общей протяженностью около 300 километров, в которой находятся 182 станции, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. Первые проекты создания метро в Москве относятся еще до революции. Самое первое предложение по созданию метро в Москве относится к 1875 году. Было еще много других предложений по созданию метро в Москве, но так они и не воплотились в жизнь. В 1931 году было принято решение о создании метро в Москве. В 1935 году уже открыли первую линию. Сначала метрополитен в Москве носил имя человека, который продвинул решение о создании метро. Но с 1955 года метрополитен носит имя Ленина. Московский метрополитен представляет собой важнейший элемент, несущий каркас столицы, а также ее нервно-кровеносно-дыхательную систему. Это важнейший и незаменимый элемент не только транспортной инфраструктуры, но и всего московского образа жизни.